Итак, вы купили себе Fallout 4, все идет замечательно, вы ходите, расстреливаете радиоактивных тараканов со своим первого пистолета, но тут, прямо перед самым выходом из убежища, вы неожиданно натыкаетесь на эту комнату, где вы можете увидеть, что здесь есть, о боже, что такое? Криолятор. Надеюсь, я правильно прочитал название. Ну да, но так как вы его сейчас не можете подобрать, к сожалению, у вас нет отмычек. Поэтому что же делать? И я вам покажу, что же делать. Какой же самый легкий способ, чтобы достать это оружие? Ну, давайте. Для начала нам придется все-таки выйти из этого убежища. После чего вы должны найти собаку. Но собаку найти также очень-очень просто. Для начала мы просто идем и прыгаем. Ну, лучше не разбиться в процессе. Идем и бежим примерно в ту сторону. Вот мы почти уже дошли. Так, так, да, у меня немного персонаж запыхался, но где-то здесь мы найдем собаку. Ой, здорово, собака, как твои дела? Hey, boy, what are you doing out here all by yourself? Так, хозяин тебе нужен. И не обращайте внимания, что мой герой это Христос. Это на самом деле будет отдельный ролик про это. Пес что-то нашел. Нет, пес, не надо, ты мне должен найти кое-что другое. Ну, спасибо. Так, пойдем, пес, пойдем отсюда. Мы должны вернуться обратно. То противников нашел, но не надо, песик. Мы идем с тобой сюда. Right here, boy. Иди ко мне. Get along, boy. О-о-о-о, песик, песик, песик. Я надеюсь, он нам все-таки не остался сверху. Блин, пес. А, окей, ты тут. Я не знаю, но ты, конечно, можешь. Естественно, как вы уже, я думаю, поняли, вы должны прийти с псом туда, где находится оружие. Иди сюда. Куда ты бежишь? Нет, сюда иди. Эй. Так, вот перед... Блин. Нет, нет. Right here, pal. Hey, boy. Think you can find something? Кое-что для меня найдешь, ты должен нам сказать. И скажи ему вещи. See if there's any good stuff nearby, boy. Гоф. И что, если он не совсем глупый, он должен понять, что... Нет, ты находишь не то, ты ищешь не то, пес. Он там, там твоя цель. Давай. Так, пока он раскидывает скелеты. See if there's any good stuff nearby, boy. Так, что-то он нашел? Что-то нашел? О, ты нашел мою пушку. О, какой ты молодец. Какой ты молодец. И вот, и вам ничего даже было не нужно. Все, что вам было нужно, это ваша собака. Теперь вы можете ее использовать, чтобы ее кастомизировать. И прочее, прочее, прочее. Поэтому разве пес не молодец? Да, я тебя поглажу как-то. Как твои дела? Может, трюк? Давай еще трюк покажи. Покажи Христосу свои трюки. О! Вот, это был простой туториал по тому, как получить эту пушку. Если вам понравился этот ролик, то не забывайте подписываться на этот канал, если впервые, оставляй комментарии, ставь палец вверх, и также рекомендуйте этот канал друзьям, потому что я всегда рад вам, подписчикам. Конечно, на этом все, пока и обдюбдю. Увидимся в следующем ролике, пока.